Итак, здравствуйте, с вами Некрос, и сегодня мы немножечко поиграем в Doom 1, попробуем пройти хотя бы немножечко частичку третьего эпизода, я вам покажу, что в нем, и немножко расскажу о том, какие видео будут выпускаться и как часто на моем канале. Говорить я буду негромко, потому что очень сложно настраивать микрофон. Он на этом компьютере. Это старый офисный компьютер, совершенно немощный. И на нем снимать можно что-то на уровне Дума или лучше Денди или Сенги, потому что больше он ничего снять не может. Я снимаю Бандикамом, потому что Ops не работает на XP. В общем, очень тяжело вести канал в таком духе, но ладно, давайте сначала выберем третий эпизод Инферно и выберем четвертый уровень сложности у Ultra Violence. Вот, так. Итак, мы с вами появляемся в какой-то ерунде, вот в такой, да? Нажимаем на кнопку, и вокруг нас теперь сейчас всякие монстры бегать будут. Это как арена, знаете, такая. Мы должны их отстрелять сейчас, и потом у нас будет более сложное задание. Мы должны будем убить как от демонов, то есть этих пуджей, колобочков синеньких, красненьких. Как видите, изображение не очень хорошее. Может быть, даже перегрузка моего голоса будет, я не знаю. Я постарался все настроить, хотя это было очень тяжело. Давайте открываем дверь. И вот они, пожалуйста, колобки. Они, может быть, даже друг друга бить будут, хотя я в этом сомневаюсь. Главное не попадаться под их выстрелы, потому что это очень больно. Они довольно-таки агрессивные монстры, они, помните, да, их, они быстро стреляют. Часто, точнее, не быстро, а часто. И они, у них хорошее зрение, они меня видят постоянно. Куда я, чего я. Вот, видите, что творят. Вот одного я убил. Я помню, когда я маленький был, у меня были проблемы с этим уровнем. Как-то мне удалось получить всего 15% урона. У меня сейчас просто не хватит патронов, ребята. А вот, хватило. Так, 15 патронов у меня. Значит, сейчас я снимаю один, потому что ребят рядом нет. Они все занимаются делами. Скоро я, наверное, буду заниматься делами. Я, видимо, работу скоро себе найду. И тогда я буду снимать реже и вот только вот думы всякие. Потому что, я, как я уже говорил, мне нечем, не на чем снимать. Ух ты. Может быть, я на новый компьютер заработаю себе. То есть неизвестно, что там дальше будет. Сейчас я буду, скажем так, свое отношение к жизни пересматривать. Ага. Колобок. Колобка мы убили. Теперь этих надо убить. Ой, патронов мало. Слушайте, ну этот уровень всегда был таким сложным. Кстати, да, видео будут короткими. Почему? Потому что Бандикам снимает в каком-то невиданном формате. Так. Ой-ой-ой. Не, ну тут... Тут вообще беда. Неизвестно, сколько тут этих ребят. О, да. И тут много. Я же не смогу их с руки убить, правильно?
Или смогу? Может и смогу. Оп. О, убили, да? Надо же. Ну тут их очень много. Это какой-то уж очень сложный уровень сложности. Извините, конечно, за тавтологию, но как-то тяжело. Потом вебку я тоже включать не стал, чтобы не увеличивать нагрузку. Вроде бы вебка поддерживается, но это скорее, знаете, в играх на Денди уже будем ее включать. Я надеюсь, мне сейчас патроны дадут все-таки. Так. Он кусается. О, все, убили. Так, что теперь? Теперь лаги опять. Так. Вижу броню. Вижу патроны для этой винтовки. А куда мне идти? Ага. Сразу двоих. Ой, они меня убьют, ребята. Ничего, наверное, не получится. А, нет, смотрите-ка. Ух ты, сука, аптечек-то. Ну, пойдем так тогда, на следующий уровень. Хеллкип, это мы сейчас находимся в самом аду. Вот, это вообще сложный уровень. Потому что мне... Ух ты. Мне не отвязаться от этих ребят будет. Тут патронов у меня нет, как видите. Есть пистолетные патроны. О, тут колобок летает. Броню вижу. Так, чтобы мне... Так что, ребят, пока что old school и ничего кроме old school. Ой-ой-ой. Это, наверное, я думаю, недельку-то точно продлится. Может, даже месяц. В зависимости от того, когда я... Приобрету новое. Ух ты, меня зажали. А, все, это минус я. Самое интересное, что если я вот так вот воскрешусь, то у меня будет 50 патронов. То есть я смогу заново, скажем так, набирать эти патрончики. И мне уже будет чуть-чуть легче. Вот видите? Так. Ой, промазал, что ли? Кого я там встретил-то? Колобка, что ли? Ой, на меня невидимка напал. Представьте. Тут еще невидимки. Реально ли это про эти? Мне кажется, от них проще убежать. Они меня опять зажали. Еще и друг друга едят. Хорошо, да, попробуем еще. Давай, иди ко мне. Вообще, эти ребята умирают с двух патронов, как правило. С двух патронов ружья. И, конечно же, можно натравливать друг на друга. Это тоже вариант. Давайте сохранимся. Сохраняться нам придется часто. При таком раскладе.
Так, ружье мы побережем, наверное, да? Или нет? Я кого-то слышал. Тут кто-то бегает. Ага. Так, ружбайка. Теперь еще один остался, тут где-то бегал. Кого? Ой-ой-ой. Валят, валят. Опять завалили. Жесть. Так, ладно. Сейчас как-нибудь... как-нибудь разрулим. Они, наверное, и на звук тоже ходят, эти вот чуваки. Так, у этого должно быть... Да, ружье. Хорошо. О, колобок. Жесть, жесть. Он что, его ест, что ли, или меня? По-моему, они друг друга едят, нет? Или мне показалось? Или мне послышалось? Да, да, они друг друга едят. Отлично. Тихо, тихо. Патрончики. Много патрончиков. У меня появился шанс. Ест? Ест кто? Ужас. Я же слышу, что меня кто-то ест. Так, вот здесь должны быть... чуваки. Черепок должен где-то быть, это я слышал, да? А, вот. Во-во-во. А, мимо, мимо. Надо каждый патрон беречь. Еще кто-то. Опа. Но эти-то умирают. Опа, невидимка. Вот эта встреча. Есть патрики тут? А, тут берс. Кстати, да, почему бы, может, берс взять, ребят? Как думаете? Да-да-да, вот так. Из берса всех завалить. Так. Но берс еще не кончился, как я понял, да? Видите, он как отлетает от меня. Слушайте, у меня 2% здоровья. Это ужас. Где мне теперь здоровье искать? Что такое? Ух ты. Приехали. Нет, давайте все-таки без берса как-нибудь обойдемся. Все равно патроны тут есть. Так. Тем более, видите, в берсе я не могу пользоваться оружием. Так, еще патроны, тихо. Так. Аптечка вон. Я этот уровень терпеть не мог. Вон там, по-моему, кто-то... Да, вот там много людей было. Они, видите, еще друг с другом сталкиваются. Фу. Черепки эти. Так, вот тут... Тут непонятно что. Будто бы, да, есть что-то такое ощущение. Но нет. Не тут-то было. Так, сохраняемся, дальше идем. Что? Где? Ух ты. Аптечка, так.
Неплохо. Тут, видите, лабиринт из скал такой получается. Нам нужно искать синий черепок. Вот здесь вот. Что-то будет... А, это я пришел оттуда. Угу. Лучше этот уровень хорошенько обыскать, потому что могут быть полезные плюшки всякие. Опа, вот такие вот плюшки, ага. Вижу. Патроны, так, хорошо, целая коробка, коробок. Вау! Колобок. Колобок. Но колобки-то они с ружья нормально падают. Все-таки получил я от него, да, пару раз. Патроны. Вот, теперь у меня 200 брони. Вот это вообще шикарно. Вот теперь я вроде как готов помаленьку развиваться. Ой-ой-ой, нифига себе. Да ладно. Я ж слышал. Они, видите, как высоко летают? Давайте, пусть они друг друга бить будут. Будет неплохо, мне кажется. Так, минус один колобок. Где еще колобок? Тихо. Они, видите, еще по какой-то траектории стреляют. О, минус второй колобок, второй где? Тихо. Аккуратно. Колобок. Фига себе. Убили трех. Отлично вообще. Так, тут что у нас? Тут у нас немножечко лечилок. И какой-то черепок. Нажимать на него я опасаюсь. Но придется, раз он появился. Так, здесь... Что такое? Ага, невидимка вижу. Вижу, вижу. Вижу невидимку. А сколько их там? А еще, еще. Трое. Трое невидимок. Так, патроны. Это что такое? Компьютер Ария Мэп. А, мне... О-о-о. Мне дали много патронов. Реально много. Теперь должно хватить на всего. Идем дальше. Смотрим, что у нас тут. Что-то открылось. Слушайте, это серьезно. Это серьезно. Ничего себе, они сейчас друг с другом подерутся. Офигеть. Просто. Сколько черепков, это ужас. Все? А, нет, не все еще, там остался один. Так. У меня как раз есть синий череп. Открываем дверь. И сейчас опять мы на что-то нажмем. И у нас открывается, видимо, это выход с уровня. Да. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, на этом закончим. Я рад, что все-таки получилось для вас хоть что-то снять. Я, к сожалению, конечно, в таком плохом качестве. Неизвестно вообще, как меня там слышно. Но, тем не менее, хотелось что-то снять. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся, надеюсь, с вами в следующих видео. Может быть, очень скоро я смогу играть в более серьезные игрушки. А пока что Old School. Всем спасибо, всем пока.